Всем привет! В этом видео я покажу вам, как сделать трюк под названием Shadow. Выглядит он вот так. Для этого трюка нужно уметь обычный charge. Если вы не умеете, смотрите предыдущие туториалы. Берете ручку вот так и ставите ладонью вниз. Вот здесь большая часть веса. Дальше вы должны сделать обычный charge, только в положении palm down. То есть это выглядит вот так. Если вы хорошо выучили charge, то у вас он должен получиться вот в таком положении, когда вот здесь большая часть веса. Дальше вы должны вот таким движением толкнуть ручку. Это что-то типа вы делаете charge, только не делаете его полностью, а начинаете вот так и отпускаете вот здесь, поднимая средний палец. И у вас ручка при правильном выполнении должна попасть на пальцы. Вот так. Это движение, оно на самом деле достаточно сложное. И у вас может уйти довольно много времени, чтобы его сделать. После того, как вы толкнули, отпустили ручку, подняв средний палец, она у вас делает один оборот на пальцах, и чтобы ее поймать, вы поднимаете указательный палец, и она попадает в этот слот. Получается у вас вот такое движение, обратное тому, что вы делали в начале. Вы сначала поднимали средний палец, а сейчас вы поднимаете указательный. Итак, еще раз. Вы вот так задаете инерцию таким движением. И когда у вас ручка вот здесь оказывается, вы поднимаете средний палец. И дальше большая часть веса у вас вот так переходит и оказывается ручка на пальцах. И дальше вы ее ловите, поднимая указательный палец. Она оказывается в этом слоте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и удачи в обучении.